Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. За военные заслуги 27 медицинских работников Ткварчалского военного госпиталя получили медали за отвагу. Подделка как бизнес. В эфире вновь рубрика «Стандарт». Экономический диалог, круглый стол делегации Центра поддержки предпринимательства Республики Адыгея и Торгово-промышленной палаты Абхазии. О состоянии здоровья, осланобжания и выборах. Общее состояние осланобжания удовлетворительное. Министерство здравоохранения Российской Федерации 5 марта в ответ на официальный запрос Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии о состоянии здоровья кандидатов в президенты Абхазии осланобжания проинформировало. Общее состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Показатели гемодинамики стабильны. Отмечается положительная динамика. Пациенту проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия, соответствующую лекарственную терапию получает. Кандидат в президенты Абхазии Отгур Ардзинба посетил Краснодарскую краевую больницу номер один, в которую госпитализирован кандидат в президенты Аслан Бжания. Отгур Ардзинба и Аслан Бжания обсудили сложившуюся общественно-политическую ситуацию в Абхазии. Об этом пресс-служба кандидата в президенты Отгура Ардзинба сообщает. Будет озвучено консолидированное мнение о возможном переносе даты голосования. Об этом говорится в заявлении избирательного штаба кандидатов в президенты республики Аслана Бжания по итогам встречи в Краснодаре 5 марта. В нем, в частности, указано. Как мы сообщали ранее, сегодня в городе Краснодар состоялась встреча кандидатов в президенты Республики Абхазии Аслана Бжания и Отгура Ардзинба. После этого с Асланом Бжания встретился исполняющий обязанности секретаря Совета Безопасности Республики Беслан Квициня, который сообщил нам, что состояние Бжания улучшается. Он также подтвердил, что Бжания и Ардзинба в ходе встречи договорились продолжить переговоры. В зависимости от состояния здоровья Аслана Бжания будет озвучено консолидированное мнение о возможном переносе даты голосования. Избирательный штаб Бжания выражает признательность российской стороне, Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству здравоохранения Краснодарского края за принимаемые меры по его выздоровлению. В МИД России отмечают, что внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии, в том числе в контексте запланированных на 22 марта президентских выборов. С комментарием относительно внутриполитической ситуации в Абхазии выступил Департамент информации и печати. В связи с повторной болезнью одного из кандидатов в президенты Бжании сообщаем, что российские врачи в Краснодаре, куда был экстренно доставлен кандидат, оказывают ему всю необходимую помощь. Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего выздоровления. Официальные данные о причинах болезни Бжания доведены до абхазских партнеров, настроены и далее выстраивать двустороннее взаимодействие с Сухумом в спокойном и прагматичном ключе, в духе союзничества между нашими странами, говорится в сообщении. Между тем, кандидат в президенты Абхазии Леонид Запшба 4 марта предложил перенести выборы главы государства, назначенные на 22 марта, на один месяц в связи с состоянием здоровья его оппонента Аслана Бжания. Запшба обратился с этой просьбой к Центризбиркому республики и депутатам Народного собрания в эфире АГТРК. Он подчеркнул, что пришел на прямой телевизионный эфир, чтобы сделать это заявление. Не стал использовать отведенное ему по закону эфирное время, поблагодарил зрителей и удалился. Мы с уважением отнеслись к заявлению Леонида Юрьевича. Такая позиция способствует снятию напряженности в обществе в предвыборный период, заявил кандидат в вице-президенты Абхазии Бадра Гунба, комментируя инициативу кандидата в президенты Леонида Запшба, который предложил перенести сроки проведения выборов на месяц. Четвертый день в Сухуми продолжается голодовка сторонников принятие антикоррупционного законодательства в Абхазии. Один из участников голодовки, который требует принять 20-ю статью Конвенции ООН, Джансу Хадлейба, сказал в беседе с корреспондентом «Спутник», что он и его соратники готовы пожертвовать здоровьем ради достижения поставленной цели. И во многом как следствие этого протеста. На сегодняшний день в стране складывается взрывоопасная ситуация, связанная с выборами президента Республики Абхазии. Об этом говорится в обращении к спикеру парламента Народного собрания Абхазии Валерию Кварче, кандидатов президента Республики Леонида Дзапшба. Как отмечается в документе,
Цитата. «Я, как кандидат в президенты Республики Абхазии, обращаюсь к депутатам парламента в срочном порядке снять проблему с трактованием закона о выборах президента Республики Абхазия, а также, не откладывая, ввести в действие антикоррупционное законодательство, оказать всестороннюю помощь голодающим участникам акции и принести извинения им и их семьям. В случае иного решения данного вопроса вся ответственность за жизнь и здоровье этих сограждан полностью ложится на вас». Конец цитаты. Продолжаем выпуск. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба направил поздравительный адрес чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Абхазии Алексею Двинянину по случаю его дня рождения, сообщает пресс-служба правительства. Валерий Бганба пожелал Алексею Двинянину профессиональных и личных успехов, активной плодотворной работы и выразил уверенность в укреплении и развитии двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией посредством энергии, энтузиазма и профессиональных качеств Алексея Аркадьевича. Поздравил с днем рождения посла России в Абхазии Алексея Двинянина в своем письме и кандидат в президенты Абхазии Адгур Арценба. За военные заслуги. 27 медицинских работников Ткварчалского военного госпиталя получили медали за отвагу. Торжественная церемония прошла в Генеральном штабе Министерства обороны. Эти женщины, врачи, медсестры, санитарки на своих плечах вынесли все тяготы войны и спасали жизни солдат в блокадном Ткварчале. Без лекарств и еды, забыв о своих семьях и детях. Их жертва неоценима, а медали за отвагу – скромный символ того, что их поступки помнят и ценят. Репортаж Надежды Боровиковой. 27 женщин, медицинских работниц Ткварчалского военного госпиталя из рук министра обороны Мираба Кишмария получили медали за отвагу. В указе президента отмечено: за заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии по восстановлению здоровья и поддержанию боеготовности бойцов Восточного фронта. Назо Адлейба в те непростые дни шила военную форму для бойцов Восточного фронта, а параллельно трудилась санитаркой в Ткварчалском госпитале. Приемный покой, где работала женщина, принимал тяжело раненых и убитых. «Бывало очень тяжело», — вспоминает Назо. «Но мы никогда не падали духом. Не имели права. Нужно было поддерживать наших отцов и братьев, которые сражались за родину». Первое начало войны — это, во-первых, был такой сезон, что... голодовали. Во-первых, урожай не было. Это был шок для всего нашего народа, особенно Ткварчал, потому что со всех сторон были окружены, обрезаны, как говорится, и никуда не выйти. И, во-первых, в начало войны, когда уже пошли бои сильные, наш город был заполнен беженцами. Мы, не щадя себя, мы их приютяли, мы их и содерживали. Даже кусок хлеба, даже если считать это был хлеб, мы все делили пополам. Римма Чачхалия работала медсестрой с 80 по 97 год. Во время войны, рассказывает, мы выполняли не только медицинскую работу. Топили буржуйки, варили фасоль. Бывало, что с позиции привозили раненых, которые несколько суток провели в болоте. Их нужно было и отмыть, и отогреть. О своих детях даже думать некогда было, признается Римма. У меня брата жена, она вдова уже была на тот момент, до войны. Там двое детишек мои, все мы дедушки, бабушки оставляли, и все, и уходили, и когда казарменное положение, и никто, я вам скажу, даже думать о том, что делают наши дети, мы даже об этом даже не думали. Когда все женщины получили свои медали, со словами благодарности к ним обратился министр обороны Мираб Кишмария. Я хочу, чтобы я был в Ткварчале,
Шкуганша, за больницу Санеги, избезги свашу. Шкуганха, шадзамс, дарзу, тубопаша, сочучхара. И шхыжга, сваш, хашамга. Ткуарчалский военный госпиталь, созданный на базе Центральной районной больницы, был единственным крупным медучреждением на Восточном фронте. В селах Чилоу и Чгерда тоже действовали прифронтовые медпункты, но там раненым могли оказать лишь первую помощь, с тем, чтобы в дальнейшем переправить в госпиталь, где хирурги проводили полноценные операции. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, герой Абхазии Заур Зарандия, гость биографического салона на Абаза ТВ. 300 бойцов под командованием Заура Зарандия приняли участие в высадке Таможского морского десанта 2 июля 1993-го. Это была одна из ключевых операций войны. Они перекрыли центральную трассу, ведущую на Сухум, и блокировали доставку оружия и возможное подкрепление грузинских войск. Это позволило провести наступательную операцию и занять ряд стратегических высот северо-восточнее столицы. Высшим командованием была поставлена задача удержать трассу в течение 3 дней. Однако в результате героических усилий участников операции группировка противника в Сухуме была изолирована на 8 дней. Хыщикова, лодка Хучко, Хаман, Жейза, Цирок, да? Вот они обеспечивали высадку Аха. Харабри, Акрица Хрилсна, Бас Хцараком Зяку Хахасна, Халсна, Абарт Храмбаква, Амшин, нейтральный Хцана, Басал Хахукшан, Хцедаха. Хай Хаздридзумас, Хахиршуас, Хаздридзумас, Хахзадр Хрулос. Ашартара Хуац. Ашартара Хуания Анаха Хара. Акаги Хасуншадзи. И дырна хцет. Хаштахоз ядрон. Хаштахоз ядрон. Хцет. Султан ехет. Зивштахара уэд ехет. Ютахызр мабка ехет. Аяша шейхет. Султан Аяша сейхет. Зивштахара уэд ехет. Ютахызр мабка ехет. Макяны хаму паамт ехет. Мабск дзом схет. Хцот схет. Передачу «Биографический салон» с участием героя Абхазии Заура Зарандия смотрите после выпуска новостей. Памятный для Абхазии день 4 марта в Москве состоялась презентация офиса абхазской диаспоры. Чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба поздравил главу московской диаспоры Беслана Агарба со знаменательным событием, отметив, что правление диаспоры ведет активную деятельность, пропагандирует культуру Абхазии, традиции и обычаи. Собравшиеся минутой молчания почтили память первого президента Абхазии Владислава Арцемба и президента Сергея Багапши. Свой юбилей отмечает ученый музей ВЕЦ, заведующий отделом естественной истории Госмузея Таисия Георгиевна Алания. Молодому поколению она известна как педагог Сухумского дома юношества и руководитель детского экологического лагеря на Ауатхаре. Наша съемочная группа отправилась поздравлять именинницу и узнала, где она встречает свое 70-летие. День начался с того, что меня дома поздравили все мои домашние. А потом уже, когда я пришла в дом юношества, взрослые сотрудники меня поздравили, все встретили. А уж когда я пришла на уроки к деткам, тут, конечно, было очень шумно и очень весело. Каждый из них старался что-то сказать, что-то приятное, подойти. Ну и все они дружно, хором, все ребята-дошколята заготовили мне подарки прямо там на месте и подарили вот такие роскошные картины, весенние, веселые. С днем рождения, с 8 марта, вот детки. Детки, которым 5, еще нет 6 лет даже. Вот. Репортаж от Таисии Алания смотрите в нашем эфире в пятницу, 6 марта. Информация правоохранителей. Вадим Квацба освобожден из-под стражи. Как сообщается на сайте Верховного суда, Сухумский городской суд под председательством судьи Белы Хасая отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры о продлении меры
мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении полковника милиции Вадима Квацба. Предварительное следствие просило продлить срок содержания под стражей до 21 апреля. По версии предварительного следствия, начальник паспортного управления МВД, полковник милиции Вадим Квацба, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстных побуждений и в незаконной выдаче паспорта гражданина Республики Абхазия гражданину Республики Украина Олегу Мыльцеву. Согласно оглашенному постановлению суда, Вадим Квацба в зале суда был освобожден из-под стражи. Постановление Сухумского городского суда в течение 3 суток может быть обжаловано в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики. Карантин усилен. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии ввело ограничения на проведение массовых мероприятий, а также запрет на проведение организованных мероприятий в помещениях с участием детей. Соответствующий приказ подписан главой ведомства в четверг, 5 марта. Согласно приказу, Государственной санитарно-эпидемиологической службе поручено обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространение, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками коронавируса, в том числе усилить санитарный контроль на российско-абхазской и абхазо-грузинской границах. Также отмечается необходимость взять под наблюдение всех граждан, которые прибыли из государств, где был зафиксирован коронавирус, и наблюдать за их состоянием в течение 14 календарных дней, проводить среди них опросы, вручать памятки. В случае обнаружения у них заболевания, немедленно изолировать их и госпитализировать в медучреждение. Особое внимание рекомендуется уделить лицам старше 60 лет и лицам с внебольничными пневмониями. Экономический диалог. Развитие двустороннего экономического сотрудничества между Республикой Адыгея и Республикой Абхазия. Так звучит тема официальной встречи в формате круглого стола делегации Центра поддержки предпринимательства Республики Адыгея и Торгово-промышленной палаты Абхазии, которая состоялась в Сухуме. Подробнее Анастасия Никонова. 3 марта в Абхазию прибыла делегация Центра поддержки предпринимательства Республики Адыгея. Рашид Зафесов, генеральный директор экспортно-импортной и консалтинговой компании, возглавил делегацию из Братской Республики. 4 марта в Торгово-промышленной палате Абхазии состоялся круглый стол, главной темой которого стал вопрос развития двустороннего экономического сотрудничества между Абхазией и Адыгеей. Открывая встречу, президент ТПП Тамила Мирцхулава отметила, что Торгово-промышленная палата Адыгеи была одной из первых, с кем Абхазская палата подписала соглашение о сотрудничестве в период ее становления во главе с основателем ТПП Геннадием Гагулием. Нам сегодня вдвойне приятно, что наши встречи носят уже такой регулярный характер. При этом встречи проводятся не только на уровне торгово-промышленных палат, на уровне бизнеса. Это, конечно же, в первую очередь на уровне в разное время глав государств, связанных с официальными визитами, юбилейными и не только. Эта связь, она должна наращиваться динамично с каждым годом, тем более, что у нас есть над чем работать. И мы в первую очередь чтим память тех, кто отдал свою жизнь, те, кто не смог вернуться к себе домой на родину, ну и, конечно же, тех, кто удостоен самыми высокими наградами государственными. Сегодня необходимо развивать экономические связи двух республик, подчеркнула президент ТПП. По мнению Тамилы Мирцхулава, для подобного диалога есть все необходимые условия, которыми надо пользоваться. Данный круглый стол – нужная для подобных переговоров площадка. Это возможность для того, чтобы не просто воочию увидеться и пообщаться друг с другом. Это возможность найти себе новых потенциальных партнеров, заявить о себе, презентовать и сделать ряд предложений, которые, я надеюсь, не просто будут носить такой словесный характер, они будут использованы на практике, и мы сможем сделать все возможное для того, чтобы предпринимательство развивалось в наших республиках. Что касается товарооборота, мне бы хотелось немного отметить о том, что между республиками Абхазия и Адыгея он на сегодняшний день существует. И если брать статистические данные Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, то за 2019 год он вырос на 8%, но он составил почти 5 миллионов долларов США.
Глава адыгской делегации Рашид Зафесов отметил, что давно присутствует желание развить двусторонний экономический диалог с Абхазией на официальном уровне. Но в силу определенных обстоятельств переговоры откладывались. Наконец-то мы приехали, и погода, и вот это гостиничество, ну, вообще очень нам все это приятно, спасибо. И вы отметили, что, значит, роль действительно Адыгеи вот, в освобождении, здесь присутствует, значит, и представитель абхазских добровольцев, значит, вот присутствует Тимур Шардан и Эдуард Казанлуков. Значит, мы благодарим их за то, что они нам всячески пока помогают организовать эти встречи и здесь, в ТПП, и у нас будут дальше встречи. Товарооборот надо увеличивать, потому что мы соседи, мы братские с республики, и нам есть что сюда предложить, и нам есть что отсюда поставить и в Адыгею, и вообще мы хотели бы, чтобы у нас экономические связи развивались. Абхазия, отметил глава адыгской делегации, активно развивается. Мы надеемся, подчеркнул Рашид Зафесов, что итогом визита будет подписание ряда протоколов о намерении экономического диалога. Мы это знаем и видим, как Абхазия развивается. И сектор туризма, и стройки идут, объекты идут. Мы надеемся, что вот и в следующий раз мы приедем в более широком составе. И этот визит, я надеюсь, закончится у нас как минимум подписанием каких-то протоколов о намерениях, чтобы мы, ну, бизнес B2B, вот эти встречи, они покажут. Во встрече торгово-промышленной палаты и адыгской делегации приняли участие абхазские бизнесмены, которые, по их словам, готовы обсуждать сотрудничество с коллегами из Адыгеи. Наше основное направление – это продукты питания. Это начиная с Карапорта, молочные изделия, колбасные изделия. Ну, ассортимент мы расширяем, наши партнеры. Уже несколько лет работаем, вот рады, что приехали, потому что встречаемся в основном на выставках, получается. После круглого стола в ТПП в рамках визита бизнес-делегации из Братской Республики запланированы встречи с рядом глав городов Абхазии. Анастасия Никонова, Торник, Амичба, Абазатовая. Подделка как бизнес. В эфире вновь рубрика «Стандарт». В преддверии Международного женского дня наши корреспонденты совместно с инспекторами Госкомитета по стандартам, потребительскому и энергетическому надзору проверили, какую косметику и парфюмерию предлагают на Сухумском рынке. Побывали в трех точках и выяснили, что ассортимент здесь самый широкий. А что это значит, объяснит Марианна Котова. А еще Dolce & Gabbana и Saint Laurent и другие мировые бренды класса люкс можно встретить на прилавках торговых павильонов на Сухумском рынке. Хочется верить, что покупатели понимают, что это не оригинальная продукция. Сертификатов у продавцов на нее нет и быть не может. Да и в разговоре они не скрывают, что весь товар турецкого происхождения. В течение 2 лет я даже не обновляла. В течение я позакупалась и вот допродаю в нашей стране немного продаж. И вот то, что осталось, остатки допродам, я даже не хочу, больше не буду заказывать. Покупателям не стоит и надеяться купить на рынке оригинальную французскую туалетную воду за 1500 рублей. Но если все же кто-то верит, что чудесным образом в павильоне у остановки могут оказаться настоящие духи Шанель номер 5, вот наша инструкция, как отличить оригинал от подделки. Можно легко сравнить по цвету даже жидкости, потому что оригинальный парфюм, он не такой, у этого именно аромата будет не такого насыщенного цвета. Во-вторых, можем посмотреть некоторые маски на кутюр. То есть его уже давным-давно убрали с продаж, такого уже не производят. А у нас Турция. Турция, но именно у маскина уже такого аромата нет. Отсутствует защитная пленка у парфюма. То есть так оригинал никогда не будет продаваться, потому что это дорогой парфюм, селективный парфюм, и он должен быть упакован так, чтобы, вот, например, как вот Faberlic, допустим. Видите, защитная упаковка присутствует, тут же ее нет. Из оригинальной продукции в магазине Жанны Акопян в основном товар сетевых фирм «Арифлейм» и «Эйвон». Политика этих компаний не позволяет продавать косметику в розницу. Но, как показывает практика, в Абхазии нет ничего невозможного. Как говорит Жанна, такой вариант продаж – единственный способ сохранить бизнес.
11 лет работаю, не разбогатела. Выживаем и выживаем. Еще и половина магазина пришлось в аренду сдать. Если все хорошо было, наверное, расширились бы. А вот последние 2 месяца вообще 3 дня, как люди на рынке ходить начали. Если подделку продают, значит, это кому-нибудь нужно. Среди изученных экземпляров редкой и дорогой селективной парфюмерии не оказалось просроченных. Это говорит о том, что товарооборот на этих прилавках нормальный. Versace, снова Chanel и даже Kilian есть, а сертификатов нет. Например, в европейских странах за торговлю контрафактом положено серьезное наказание. Поэтому брендовые флакончики с неизвестным содержимым невозможно найти на прилавках. Ими торгуют из-под полы. А в Абхазии все можно. Штрафы небольшие, поэтому все в открытую. Хотя есть недорогая и более качественная продукция. Но, как говорится, хороший понт дороже денег. Сухумские магазины готовы обслуживать любого клиента. И те, кто согласен покупать масс-маркет, но настоящий, например, вот такую помаду, которая стоит 350 рублей. Но здесь цена соответствует качеству. А есть и те, кому подавай люкс, даже если он поддельный. Шанель, даже целый набор здесь, и туши, и карандаш, и подводка, и всего за 450 рублей. Я думаю, что адекватный покупатель наверняка знает, что Шанель за 450 рублей на сухумском рынке не купишь. Как говорят продавцы, на каждый товар свой покупатель. И все, что лежит на прилавках, это не просто скопление разнокалиберных баночек, тюбиков и карандашей, а ассортимент, состав которого нарабатывался годами. У нас есть разные покупатели, которые хотят подороже, лучше. И есть те, которые вот 200 рублей больше не дам. Так что вот так. И у нас есть товар. И для кто хочет подороже, и кто хочет подешевле. В этом павильоне сухумского рынка мы тоже не смогли найти сертификатов. По словам продавца, ей эти бумажки не нужны. Штраф за их отсутствие проще заплатить, чем постоянно возиться с бумагами. Да и покупатели их никогда не спрашивают, хотя имеют право. Что вам больше нравится? Чтобы она красиво выглядела или стоила приемлемо? Или... Ну, чтобы она наносилась хорошо. А название, бренд вам не важны? Я на это не смотрю. А сертификаты никогда не требуете? Нет. То есть все равно. Просто продается, значит, можно. Ну да. Покупатель всегда прав. Покупатель имеет право спросить о наличии сертификатов на товар. Имеет право вернуть просроченный продукт. Но с удовольствием покупает подделку, поддерживая производителей кустарной и небезопасной косметики и парфюмерии. Финансируя недобросовестных инспекторов надзорных служб. Каждый купленный флакон с криво наклеенным лейблом – ваш вклад в теневой бизнес. А ведь выбор есть. Марианна Котова, Торни Камичба, Абаза ТВ. Информация для кандидатов, претендующих на поступление по программам бакалавриата и специалитета. В связи с тем, что некоторые кандидаты могли не успеть зарегистрироваться и подать документы, а также могли ошибочно зарегистрироваться на сайте russia.study, принято решение о продлении срока приема документов. Срок регистрации и подачи заявок в системе edu.rs.gov.ru продлится до 13 марта. С 16 по 20 марта включительно в Абхазском государственном университете пройдут отборочные испытания по предметам русский язык, математика, химия, обществознание. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в пятницу 6 марта в республике переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 12, днем до 23 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире и добрых вам вестей.